Всем привет на канале Ассоциация защиты животных. В этом видео мы поговорим о том, почему крысы могут есть своих детей. У крыс, в отличие от хомяков, такое поведение встречается довольно редко. Они очень заботливые родители. Но все же иногда крысы могут есть своих детей. И сейчас мы разберем основные причины, почему это происходит. Обычно животные так поступают со слабыми и больными детенышами, и вмешиваться в этот процесс не стоит. Еще крыса может есть детей, если она рожает первый раз или ей не хватает корма и витамин, а также если она чувствует, что не сможет выкормить всех крысят. Поэтому прежде чем заниматься разведением крыс, вы должны создать им хорошие условия. Еще одна причина, по которой крысы могут съедать своих детей, это чужой запах от них. Если вы брали крысят в руки, на них останется ваш запах, а если крыса вас боится и не доверяет вам, то ей это не понравится, и она может съесть детей. Многие пишут нам в комментариях, что берут новорожденных крысят в руки и все нормально. Такое может быть, если крыса вам доверяет, но я считаю, что лучше не рисковать и не брать крысят в руки до 2 недель. Иногда бывают такие грызуны, которые постоянно съедают своих детей сразу же после рождения. Этих животных нужно исключать из разведения. Если вы хотите заниматься разведением крыс, то вы должны понимать, что это достаточно сложный процесс и что сначала нужно изучить много информации. У нас есть видео на эту тему. Чтобы его посмотреть, нажмите на подсказку в правом верхнем углу. Также ссылка будет в описании. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео.